Обвиняли в том, что самооговор, вплоть до того, что обещали привлечь к уголовной ответственности за выдачу ложных показаний. Показания многие были сделаны под давлением сотрудников, пытки электротоком. Они говорили, что мы поможем тебе с судмедэкспертизой, и мне будет условный срок, как только за сокрытие преступления. Следственный комитет провел проверку, посчитал, что его доводы не нашли подтверждения. Прокуратура Октябрьская согласилась также суд, все, точку поставили. Thank you.